Открываем карту. В самом верхнем левом углу есть кнопочка. Там в самом верхнем выпадающем меню «Отменить группировку» надо нажать. И ниже соединительной линии выбранного региона. Потом крестик на плоской проекции. Следующее действие. Рядом шестереночка. Здесь выбираем «Космография и статистика». Галочку ставим «Уровень безопасности», чтобы вы видели, куда вам лезть можно, куда вам лезть нельзя. И теперь, когда мы наводим на название нашего региона, то бишь сектора, где мы находимся, и нажимаем на него, нам подсвечиваются линиями соединительными все системы, которые относятся к этому сектору. Нажимаем на «Кханит» и получаем соединительными линиями все системы, которые к нему относятся. Так как, когда мы проходим аномальку, и она закрывается, она тут же открывается в том же секторе, где вы ее закрыли. Их определенное количество на каждый сектор, и оно, это количество не меняется. Вы ее прошли, она здесь в вашей системе пропала и где-то появилась в этом же секторе. Так легче и проще и быстрее строить маршрут. Потому что вы, когда выбираете какой-то из регионов, вам сразу подсвечивается система, видно по цвету, куда можно лезть, куда нет, чтобы нормально проложить маршрут. Донат на развитие Академии. Для того, чтобы перевести деньги, нужно открыть меню «Информация о Русской Академии». В открывшемся окне в верхнем левом углу вызвать меню и выбрать «Перечислить деньги».